Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Значит, вот мы взяли, докупили цыпляток, потому что по курочке оказалось их. Оказалось, их вылупилось всего трое. Подложили цыпляток под курочку новых, купили еще плюс 15 штучек для того, чтобы процесс у нее прошел нормально, она их не это самое, мы их всех дружно смешали и подрызгали обычным в машине валялся там для запаха, типа одеколон, не одеколон, духи. И вот посмотрим сейчас, как она их примет. Если она примет нормально, то уже завтра утром будем выпускать ее загородку на улице. Ну а пока они осваиваются, посмотрим, как дело пойдет. Вот цыплятки у нас, кстати, хорошейки, они такие универсальные. Они как и несутся хорошо, так и вырастают больших размеров. В общем, посмотрим, что из этого всего получится. В принципе, тут как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.